Всем привет, ребята, с вами Гуф-Гуф, и сегодня, ребят, в этом ролике, ребят, мы поиграем в аниме файтинг, и, друзья, сейчас, в этот день, вот прям в этот день, который я сейчас снимаю этот ролик, вышло обновление в этом режиме, добавили очень много крутого, очень много там всякого интересного, но, друзья, я вам это не покажу, потому что, друзья, я нуб полный просто в этой игре, второй раз или третий раз зашел в эту игру, первый раз я заходил где-то месяц назад, ребят, я говорил, что этот режим мне очень сильно понравился, что я обязательно в него еще вернусь и буду, ребят, заниматься прокачкой этого в этом режиме, но, друзья, было очень много дел, очень прям, ну, просто большая куча дел, надо было со всем разобраться, и сейчас, ребят, как только я разобрался, вот уже почти все закончилось, все дела завершились, мне сейчас получается, что будет очень много свободного времени, друзья, и я возьму за какой-то режим. Какой режим, ребят, я не знаю, но вот аниме файтинг это что-то типа этого, что-то типа того, что я искал, друзья. Можно, в принципе, что-то похожее найти, но пока что я заострил внимание только на эту игру. И, короче, ребят, смотрите, я буду в будущем, возможно, ребят, возможно, это все зависит от вас и от вашей поддержки. Если вы будете мне помогать советами, друзья, в комментариях, и если вы будете очень часто писать Go Anime Fighting, Go, там вышло обновление, Go, я тебе помогу, Go, я тебе расскажу, что к чему, то, в принципе, да, это будет меня больше всего мотивировать снимать ролики по этому режиму. Ну и ладно, короче, давайте не будем болтать. Хорошо, разработчики в Твиттере написали, что каждому участнику, каждому игроку этой игры дадут 10 тысяч чикары. Что такое чикара, друзья? Вот сейчас самый главный вопрос для меня. Что такое чикара? Йены это вот эти вот золотые монеты. А чикара? Чикара это случайно не вот эти вот гемы, которые каждую минуту там или 2 минуты по 5 гемов капает. Это не то. Если это то, то, друзья, я сейчас не могу купить 2 новых героя. Также, ребята, разработчики в своем твиттере написали очень замечательный код, который дает нам... что он дает? А я не знаю, что он нам дает. Ага, ребята, в обновлении 17 вы можете получить 10 тысяч чикара шардс. Чикара шардс, я не знаю, что такое вообще. И ауру сундука. И также, ребят, можете использовать код, который дает 5 тысяч чикара шардс. Код. Я его нашел, друзья. Но так я не знаю, куда его вводить. Вот, вот сейчас бы... Во, нашел код. Вот сюда вот нужно ввести этот код. И я что-то получаю. Вот вы слышали этот звук такой? Пи-би-бинь, и я что-то получил. А что я получил, друзья, я вообще без понятия. О, есть, пришло. А... Чё? Не-не-не-не, что-то открыть за 5000 вот этих, не. Это меня не интересует. Так, статистика, это тоже не интересует. Аура тоже не интересует. А Powers также не интересует. Квест. Ой, квест, ну это, ладно, потом выполни. О, ребят, 5000, хорошо, 5000 мне не начислили. Сейчас, в принципе, я бы мог открыть нового чемпиона, но, друзья, я тратить пока что не буду, потому что они, вот эти вот чикары, мне очень сложно достаются. Я помню с прошлых роликов, что я вообще не понимал, как их фармить. И мне никто даже и не написал так в комментариях, откуда их брать. Возможно, кто-то написал, но я уже комменты пока что не читаю с прошлого ролика, который вышел месяц назад. Ладно, дальше что? Дальше, ребят, я сейчас хочу сказать то, что сейчас проходит 5x ивент, и теперь, друзья, прокачка в 5 раз быстрее происходит, ребят, и сейчас с помощью этой прокачки, друзья, я себе смогу выполнять вот эти вот квесты от Бума в 5 раз быстрее, друзья, и сейчас у меня вот такой вот квест есть, где нужно, друзья, мне собрать 10 тысяч агилити и 10 тысяч чакра. Чакра это, я помню, вот эта вот штука, да? Да, 20 чакра. Если вылезти на вот это вот дерево, друзья, то с помощью всего вот этого, друзья, я буду фармить аж по 100 чакры в секунду, да? Ну, 100 чакры в каждый тик. И сейчас вот так вот, если посмотреть на квест, то прокачка очень быстро идет, друзья. Стоп, чакра. Ну, чакра идет, а почему? А, записывает, записывает, все, хорошо, отлично. Давайте выполним сначала это задание из квеста, и потом возьмемся за агилити. Агилити, что такое агилити, ребят, я забыл. Агилити это вроде способность, нет? Если это способности, вот это вот сворд, это мечи, это... Что-то... А, Strange это сила, а вот это вроде бы агилити, да? Это выдержка, нет? Вроде бы мне кажется, что это музыка из какого-то мультфильма анимешного, да? Ребят, а ну-ка, анимешники, признавайтесь, из какого это мультика сейчас музыка играет? Точно, агилити это прыжок. Давайте мы сейчас прокачаем. А, у меня йенов нету. А чё меня так трясет-то, а? Что случилось? Что с деревом? Вау, какие сюрикены полетели. У меня есть чемпионы, но почему-то я их не использую. Так, этот Витега, что он мне дает? Давайте я его сейчас надену. Нужно вроде бы выключить вот эту штуку. Вив.
Да, очень сильно поменяли меню. Я раньше помню, оно вообще по-другому выглядело все было. Что-то там плеер, да, короче, дальше. А вот это что хочет мне сказать? Ладненько, давайте вот этого наденем, да? Он мне будет в режиме АФК что-то там качать. Вот, durability. И, ребятушки, давайте чакру докачаем. Посмотрим на квест. 5 раз, 1, 2, 3, 4, 5. Хорошо, и дальше мы сейчас будем качать прыжок. Ой, прыжок будет сложно, ребят. Прыжок нам будет сложно качать. Кстати, у нас тут есть квест очень такой крутой. По 1 миллиону разных вот этих вот способностей нужно прокачать, друзья. Это будет очень долго. Если, ребята, кто-то знает... О, ребят, посмотрите. Тут пишет, что я в награду получу. 500 йенов и Flight Power. Flight Power это вроде бы сила... Flight. Flight. Это что-то с светом связанное. Сила света или как? Или флайт, возможно, это полет. Не? Короче, ребят, хорошо, квест этот выполнил. Чакру прокачали, пошли, ребят, качать прыжок. Так, сколько я получаю? 20 за один прыжок. Ладненько, если я пойду на батут, то, друзья, мне кажется, что я сейчас на батуте больше получу баблишка. Точнее, не баблишка, а вот этой вот прокачка. Что это такое? Кстати, я сюда ни разу не заходил. Давайте посмотрим, что это такое. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, куда потратить свои вот эти чекары. Вот эти вот гемы. Синие гемы. Ой, не синие, а фиолетовые гемы. На что же их лучше потратить? Есть ли смысл мне покупать еще героев? Или, возможно, что-то за гемы я могу купить себе что-то другое, очень крутое, которое мне очень... Ай, бляха! Шо это? Жесть! Я в шоке. Просто взял и порвал меня на куски. Ладно, ребят, я тут вспомнил, что тут есть классы. Вот меня убили, и я посмотрел на вот эти цифры. У меня тут шиноби, класс шиноби. Вот, класс шоп. Заходим к этому чуваку, Вукунгу. Вукунг сейчас мне предложит новый класс, который называется пират. И он, ребята, стоит, наверное, очень дорого. Аж 500 йенов. 500 йенов это не так уж и дорого, если честно. Прокачка прыжка у нас что-то немножечко затянулась. Просто, ребят, потому что я не помню, где тут можно качать прыжок. Ладно, давайте мы посмотрим на карту. Я, в принципе, потихонечку уже ориентируюсь. Так, агилити. Что такое агилити? Оранжевый цвет. Вот тут вот есть такая вот штука. Вот смотрите, тут чикара. Тут силу качать. И, ребят, за вот этими домами, там, где силу качать, ребятушки, есть вот где-то в этой стороне, да? Вот где-то тут. Да, тут сила качается. И за вот этими домами есть батут, который сейчас... Вау, что такое? Апдейт 17 ивент. Ребят, что-то тут есть. Что это? Так, берем... свою вот эту вот, друзья. И что оно мне дает? А что оно мне дало? Я чуть не понял. Хорошо, заходим в инвентарь, друзья. Так, друзья, это что такое? Это что-то непонятное. Ладненько, а дальше что? Вот это вот, наверное, надо открыть было. Не вот это, а вот сворд. Во, у меня есть меч. А, так он надет, самый максимальный он надет. Ладно, а что еще есть? Не, реально, очень круто обновили интерфейс. Мне он больше нравится, чем раньше был. Сейчас он какой-то более продвинутый, более какой-то крутой. Даже с анимацией, мы видите, я сейчас меняю менюшки, блин, как это странно звучит. 15 тысяч чекары у меня сейчас, серьезно? Да, точно, ребят, 10 тысяч чекары, которые я говорил, что каждый игрок получит, ребят, я забрал вот тут вот в этом, ребятушки, ящике. Вот только что, или не, вот тут батут, и сейчас мне нужно прокачать прыжок. Но самое главное, чтобы меня сейчас никто не убил. Вот так вот, раз, бынс, и прыгаем, раз, о, по 100 агилити дает, блин, это же очень много раз нужно будет прыгать, друзья. Последний прыжок. Отлично, задание выполнено. Дальше мы берем ресет, для того, чтобы не искать, куда мне идти сейчас. Подходим мы, ребятушки, к Вуконгу. Не, сначала к Буму. Бум сейчас мне что-то даст за выполнение квеста. Вот он. Хорошо, спасибо. И сейчас он дает мне новый квест. Ладненько. Забрали мы у него что-то. Так, у нас есть тут разные силы. Вот на клавишу R я могу кучу вот так вот, кучу ударов делать. Супер. Дальше что? Powers. Durability. FK. Тут TK. Тут GK. И тут что-то есть. Space Tap V. Полет. Двойной Tap V. Стопэ, я же что, летать могу? Вау! Отлично, друзья, я научился летать! Вау! Супер! Только я не могу смотреть на себя. А как теперь мне сделать, чтобы я не летал, друзья? Я что-то не понимаю. Вот как сейчас мне сделать так, чтобы я не летал? Ага, да, я понял. Просто два раза вот так вот. Раз. И все. Окей, научились, ребят. Вот это я понимаю. Вот это я прогрессирую. Дальше, ребят, свои 500 гемов. Ой, не гемов, а йенов.
Друзья, я трачу на то, чтобы открыть себе новый класс за 500 йенов. Открываем. Блин, мне не хватает характеристик для того, чтобы открыть этот 10 тысяч вот этого вот этой штуки и 10 тысяч вот этой штуки. Ладненько, я это сделаю уже в следующем ролике или, возможно, без ролика. Ну и, короче, ребятушки, вот такой вот ролик получился. Если вам, ребята, ролик понравится и вы хотите продолжение... Воу, чудо. Это, походу, какой-то подписчик. Да, это подписчик, друзья. Привет, кто-то топ. Приветушки. Кстати, я вот этого знаю. Друзья, это же из Ван Панчмена, не? Ладно. Он очень похож на очень крутого босса, который очень долго дрался с Ван Панчменом. Ван Панчмен в основном всех с одного удара выносил, но с этим он долго дрался. Но он все равно сдох. Короче, ребята, с вами был Гуф-Гуф. Всем пока, ребят. Всем бай-бай.